Дорогие зрители, у нас сейчас стрим, и у нас сейчас 9-1. В общем, ну как всегда, сейчас я не пройду испытания, будет 9-3, но я попробую записать видео, попробуем пройти. В общем, если вы готовы, я в принципе уже готов, пожалуйста, прямо сейчас подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы я прошел это испытание. Ну и вы тоже. Ну все, я готов, поехали. 9-1, ну... Так, поехали. Фаербол или молния? Файер, наверное. Да, я тоже так. Так, тут палач. Бля, три мушкетера. Ему... Наверное... Нет, наверное... Фаербол. Да, у меня фаербол. Возьму себе охотника. Охотник, тем более. Да-да-да. Танки тут. Да, это просто... Ну, блин, если он будет грамотно их сплитить... О, Валька! Стрелы, Валька! О, до свидания. До свидания, да. Уволен. Так, сейчас, если по воздуху там... Ух ты, блин, а чё поросята-то подохли все? То, что мы двух поросят убили. Угу. С одной тыки, нах. Еще у меня палач. Так, этот дурачок стрелами от стрел умирает? Нет, конечно. Каких стрел? Да, мне нечем дефать Кургига, я реально говорю. Зря, зачем ты это сделал? Палач не убьет. Да ладно, я стрелы докину. Мне просто нечем было дефать. Блин, Кургиг это опасно. Да нет, не очень. Здорово, ребят. Мне просто не... Прям на запись видео к нам заходят люди. Привет. Привет. Это Камиль? Да. Да, да. Внезапное включение. Здорово, здорово. Внезапное включение. Хороший получится видосик. Да. С 10-й победы. Ты видос записывал? Что? Ты видос записывал? Записываю до сих пор. Эть. Ой. Направо ничего не будет кидать, просто налево. И все. Ты думаешь, он ничего не подкинет справа, да? Нет, у него элика нету. Да я, в принципе, так и рассчитывал. У меня просто тоже выбора не было. Я как бы эликсира у меня немного. Я вижу твой эликсир. Ку, давай дружить. О, привет, Эммануил. Это тот, который мой модер? Привет, давай дружить. Добавляй меня в друзья, будем дружить. Кто хочет еще со мной дружить, добавляйте в друзья. Ссылка на мой ВК есть в описании. Будем друзья дружить. Нормально. А, нихера себе. Ой, дефы плача. Да, я знаю, что ты учишь ученого. Давай свиноту. Свиноту. Не учи. Но... Это не минус башня. Ну понятно, нет. Дело-то понятное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля! Нормально. Нормально. Сейчас молнию бахнет. Но молния не добьет, мы это с вами все знаем. Сейчас будет три мушкетера. Давай. Бля, шо ж я так. Чё ж я так не угадал? Давай. Вот это все. 13 секунд. Давай, Коргея. Снежный шар есть у тебя, нет, только что скин. Может, всё, не успеет. Нет, не добивает. Ай. Yes! 10 побед. Привет, Ваня, помнишь? У меня котик умер. Так вот, он ожил. У моего друга машина сбила. Завтра пойду фрукты ему отнесу. Давай, братан. Всего хорошего. Ожил? Что? Да. Ой, ожил, не ожил, ожил. Извините меня за отличный русский. Я, ну, так себе учился в школе. Короче, 10-1. Все так же действует акция на подписку. Подписывайся на канал, я выигрываю. Поехали. А, ведьма или лучницы? Ладно, ведьму возьмем. Снежный ком или огненный дух и снежный кон ком. Зеркало или рейдж? Блин. Зеркало. А вдруг у меня элитки? Не-не-не, зеркало. Зеркало, да? Какие? Ракета или зап? Очевидно же, да? Да. Зап. Я вообще про ракету. Да я понял, блин. Когда ты научишься понимать мой сарказм? Этот. Я думаю, никогда. Татуху показывай. Покажу, сейчас видео закончим, покажу. Холдик, ты лучше, сори, что так мало, надеюсь, попаду в видос. Да, если я пройду это испытание, ты попадешь, наверное, в видос. Ой-ой-ой. Отлично, ой-ой-ой. Отличное начало. Да. Забивать? Да. Они снесут башню? Нет.
Они где-то ставят 700 хп около того. Меньше. Нет. 400. Больше снесут. Так, ладно. А что он делает? У него нет элика, минус вышка. Блин, немножко не понимаю я, что происходит. Ракету закинуть? О, у него зап, точно, я забыл. В принципе, я его должен задефать. У меня есть таран еще. А еще какие карты помимо? Показывай тату. Покажу после того, как видео запишем. А капец. Ты что, новый татун? Ну блин, ну что происходит, а? Я не знаю, сейчас побегут свиньи, мне их не задефать. Не, ну хотя сейчас два здания бьет. Блин, mm-hmm. Походу тут поражение. Или еще нет? Ну, может... еще нет так-то. Ему пока что добивать нечем, кроме запа. Если ты прям потом дефсу, наверное, эликсир будешь жестко. Ну да, в принципе. У тебя ракеты есть на добивание, если что. Давайте попробуем вот так зайти. Мне кажется, вот этого зря было. Я думал, сейчас вообще принц скинет. У него еще лучше, у него валька. Пушку ты, конечно, заберешь. Вышку даже ты... вышку не заберешь, он тебе даже не дает. Нет, тут я проиграл. У меня эликсира сейчас вообще нет. Он сейчас подкинет что-то и все. А лучше не смотри, что делает. Не, ну я попробую, да. Конечно, но сомневаюсь. Жестко слишком. Да, слишком жестко. Лава, плюс бочка. Тыкни. Ну, я, по-моему, лаву не брал. Это он не дал лаву. Да, значит, лава ничего не говорит. По-моему, мне кажется, у него был выбор. А, свиней или лаву? Конечно, я бы тоже взял свиней. Так. Чтобы через зеркало пустить. Чаще зеркало. Бахнул бы ракеты. Да что ты ракеты, нахера она надо? На 11 хп ракету? Ну, блин, валька дефает пипец тоже. Как-то не очень. Да и что я и убил бы этих магического лучника и лучниц. Ничего бы не изменилось, я бы хоть так проиграл. Но такое есть в этом испытании, если с дека не фартит, то есть тут как-то не крути. Его дека больше выигрышная. Может быть, я и мог бы выиграть, если бы, не знаю, где я там затупил, ну ладно. Да нет, тебе еще не повезло, он свиней кидает, а ты лаву. Да, вот вначале вообще пипец. Да. О, ну, Украина. Ладно. Что значит «о»? Так, Poison или бревно? Просто я взял еще молнию себе. Poison. А, если молнию, тогда бревно. Ты думаешь? Да. Ну зачем тебе Poison плюс молнию? Обычно не пригождается два тяжелых зелья. Ну, я могу не использовать его, но и ему не дать. А между чем и чем был? Молния либо зап. Я отдал зап. Так, кабанчики. А что, он думал, кабаны на кабанова агрятся? Он еще и зап. Хога. Надеюсь, что он плохо играет. Ну, пока что не очень, мягко говоря. О, элитки. Ну все, это победа. Я их не брал, я отвечаю. Я не знаю, откуда они взялись. Ой, да, может, нет, может. Привет, надеюсь, я в видосе. Спасибо, да. Пока что запись идет. Ну, как бы 10-3, он все чекайте, пишут. 11-3. Ну, как всегда, знаешь, люди. Так, ну, Сашка мы, по-моему, выигрываем. Осталось нам надеяться, что... Нам надеяться, что последняя колода нам подберется. Тебе ить-ить кают. Да, кстати, вот меня вот так вот ать-ать-ать делает мне. А, слушайте, может забить на его атаку непонятную и пойти... А если он сейчас отдыхает? Если он сейчас зеркалами горится, пусть. Если он сейчас Poison кинет. А, все, понятно. Да не, Сашко вообще не понимает, что надо делать. Минус Украина. Так, надо вырезать. Минус Сашко с Украины. Так. 11-3, чекайте. Ну, поехали, подпишитесь, пацаны. Я думаю, вам не сложно подписаться. Вы не представляете, как вы меня поддержите, не представляете, как... Как мне будет приятно. Поехали. А это первая сегодня попытка? Не, вторая, да? Нет. Третья? Да. Первая, там не свезло. Печка или... 4-2. Печка или арбалет? Арбалет. Блин, я что-то боюсь. А друг у него там лава или валькирия?
Валька, я думаю. 4 а чем, зрителей. Чем я буду лаву дефать? Poison или зап? Ну, если у тебя... Poison. Poison. А, дровосек или свиньи? Дровосек. Свиньи. Дровосек. Дровосек, дровосек. Знаешь, почему дровосек? Знаешь, почему дровосек? Потому что у меня Валька есть и дровосек, они свиней просто будут разбирать. То есть у меня атака с хогами точно не будет пугать. А вот он будет дефаться с дровосеком, еще в атаку переходить, контур. Надо у меня... было печку взять. Нет, арбалет затащит лаву. Ну, арбалет, нормальный арбалет. Арбалетчик, нормальный игрок, я имел в виду. Арбалет, если есть, ставь. Ну, у меня колдун, у меня мушкетер. В принципе, я буду полным лохом, если я его не выиграю. Надо это запомнить. Ну, да. Фига ему шкетка нанесла. Ей, вернее. О! Я чувствую, что это ГГ. Кому? Для него. О, шкетки. У тебя поизон? Да, мне поизон. Ну, ты видишь, да, как я его кинул? Я молчу. Молчи. Ну, дракон. Колдун. Немножко дал жару. Жару. Ой-о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 й. Ну, в принципе, у меня реальные шансы выиграть. Но и пока что-то я туплю. Самое главное сейчас настроить цикл и все сделать. Ну, у меня просто реально дека более выигрышна, чем его. У меня много... А? Ласт карта у тебя какая? Какая? Карбалет, наверное. А, точно, забыл. У нее еще мегарис, у нее... Что ж... Мушкетки. Нет, ну, тебе хана, холодик. Почему? Нет, мне кажется, холодик выиграет. Понимаешь, ему кажется, что холодик выиграет. Тем более он сейчас... Ему кажется, а мне не кажется. Хи-хи-хи-хи. Арбалет впился и... Охрененный зал. Да, согласен. Ну, чувак уже получше играет, чем прошлый. Блин, сейчас просто будет пуш. Да. Блин. Я думал, ты сможешь. Да? Главное, с пользованным нету пани. У него нету тяжелых спылов или есть? Я вот это не помню. Пока что только зап. Если ты ему не давал. Так. Там должно быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Не-не, всё, изи отдефался. Снежный ком зря. Ставь арбалет. Да сейчас же поставлю, блин, дай задефать это все. Сейчас Меганайт. Что-то он Меганайта не туда кинул, мне кажется. Или туда? Не, нормально, в принципе, кинул. Да? Свиньи пипец тоже дефают арбалет неплохо. Угу. Ну давай, удиви. Это Poison добивает. Пацаны. Все, изи. Чикиринка топ. Че, я проебался, что ли? Да. Сука. Да, 12-2. Кто там, хейтеры, кто там говорил, что будет 11-3, а? Сори, извиняюсь. Все, я извинения принимаю. Да, нет, да? Нет. Давай же добавим это в конце. Давай, здорово, Ютуб. Здорово. Фух, было сложно. Здорово. 100 кабанов. Кто подпишется прямо сейчас на мой канал, будет так же тащить, как бог. И смотрите, сейчас будет лего. Чекайте. Вы лайк поставьте, поставьте сейчас лайк. Вот давайте проверим. Лайк и подписка. Сделайте сейчас лайк и подписку, и я выбью лего. Давайте. Давайте, прямо сейчас. Вот если... Давайте. Проверяем. Все, надо, чтобы все поставили лайк и подписались. Вот кто не подписан, прямо сейчас, чтобы лайк поставил и подписку. Чекайте. А если я не буду ставить? Все, надо, чтобы все, проверим давай. Давай, поставь прямо сейчас лайк и подписку. Сделай. Сделал? Ладно, и... так и быть. Блядь, ну кто-то не подписался, ну? Не выпал, Олег. Зато 300 разбойников. Это я лайк не поставил, сори. Пацаны, мы сделали. Спасибо всем. На Ютубе я буду прощаться. Пацаны, если ролик понравился, Лука, ставьте
И ждите новые видосы, скоро они будут. И на стримы приходите. Если не были на стриме, на колокольчик нажимайте. Давайте там, не болейте. До скорых встреч. Чао.